если бы подростки управляли миром? Сэр, Китай удалил нас из друзей на Facebook. Черт! Пытались еще раз добавиться? Мы пытались, не работает. О нет, они заблокировали нас. Facebook? Нет, вообще везде. В Snapchat, на YouTube и даже в MySpace. Похоже, пришло время принять серьезные меры. Получай, Китай! Да, будете знать, как связаться с Америкой. Боже, как же мы хороши. Да. А для начала национальный гимн. Это прекрасно. Мы собрались здесь, потому что с любовью замутили Пэтти и Фрэнсис. Пэтти, ты готова мутить с Фрэнсисом? Конечно, готова с ним мутить. И Фрэнсис, ты готов замутить с Пэтти? Конечно. Что ж, я объявляю вас Фрэнсис. Фрэнсис? А еще как-нибудь можно? Ну, вы можете быть Пэтти. Нет, я думаю, лучше Фрэнсис. Сам выбрал. Хорошо, Китай. Так вот, если ты не разблокируешь нас во всех соцсетях, мы ведем эмбарго на крем от прыщей. Нет, я и мои друзья не переживем этого. Это ваши проблемы. Ой, это круто получилось, кто-нибудь снял это? Я все сделал. Здорово, оставим это для истории. То есть вы, ребята, еще и все снимали это? Не. Это все Канада. Канада, да, это Канада. Я что, уволен? Вы просто не отвечаете на мои сообщения уже целую неделю. Ой, чувак, прости, я свой телефон иногда ставлю на беззвучный режим, потом забываю выключить. Это странно, потому что ваше сообщение висит прочитано уже целую неделю. Вы что, писали мне, а потом остановились? Да, действительно очень странно, мужик. Не знаю. Так я уволен? О, чувак, только что прочел твое сообщение. Извини, что не мог раньше. И, кстати, ты уволен. Смайлик. Голосовать там. Какого черта, бро? Ты голосуешь за Йена? Йен, сосунок! Джон голосовал за меня, и у него клевая девушка. Джесси голосовал за меня, и она крутая. И знаешь, что выбирает Йена? Педи! Мы Фрэнсис. Я вот думаю, может мне тоже руки побрить. А ну все, быстро! Что? Это мой парень, что вы с ним делаете? Он обвиняет за то, что скринил фото в Снапчате. Мне от тебя противно! Скоро у тебя будет больше времени, чем 10 секунд. Чувак, а где вообще все? Грег у дантиста. У Дэнни бабушка заболела. Что? Она снова заболела? Да. Окей, а где генерал Кей? Наверное, он спит. Он пишет везде какие-то посты целый день. Это конец! Мир во всем мире достигнут, потому что никто не пришел воевать. Перевод и озвучка Антон Дмитрий Мальтера. Не забудь добавить это видео к себе, так что по нашу группу Смош ВКонтакте, vk.com/smosh. Ссылки есть в описании под этим видео. Ага. Is that on you? Yeah.